Амичи сняли на видео, как на амурском рынке голуби хозяйничают в коробках с печеньем. Продавец куда-то отлучилась, и птицы этим с удовольствием воспользовались. Как сообщает автор ролика, опознавательных знаков, кому принадлежит палатка, указано не было. Через несколько минут Амич возвращался мимо этой торговой точки, и голуби сидели уже в каждой коробке. Как пошутил сам автор видео, теперь горожане будут покупать печенье в глазури. Вот так вот. Вот так вот. Символы мира питаются. Ну а я напоминаю, программа «Жесть» продолжает конкурс любительского видео. Если вы сняли интересный ролик, и мы покажем его раньше, чем он появится в соцсетях, у вас есть все шансы стать победителем месяца и получить денежный приз. Так в ближайшие дни мы наградим автора лучшего видео марта.